Юбка. Яркие моменты на Оле Гридановой и на нашей модели Арине. Да, это одна модель. Ну, на мне уж точно яркий момент, потому что я хищный принт обожаю. Если вы также предпочитаете анималистичный принт, непременно присмотритесь именно к этой расцветке. А теперь... Да, внимание на цену. Меньше 1000 рублей сегодня вы затрачиваете на юбку под названием «Яркие моменты». На юбку мечту. У нас есть 3 цвета. Во-первых, Оля выбирает леопардовый. К этому уже все привыкли. Самый популярный принт. Его любят все женщины нашей страны. Поэтому это классика уже. Возьмите леопардовую расцветку. Но... Посмотрите, геометрические узоры тоже великолепны. И наша Арина выбирает черную блузу, темный жемчуг в сочетании с юбкой «Яркие моменты» красного цвета. Эффектное сочетание, кажуальное на каждый день. И у нас есть еще 3-й цвет на выбор. Да, 3 цвета на выбор, а цена фиксированная за все 3 цвета меньше 1000 рублей. 3-й цвет, оранжевый называется, ну, назовем его так, когда будете звонить, обращайте внимание на расцветки. Итак, 2 цвета принта под узор оранжевый и красный, и 1 принт классический под леопард. Так, я надеюсь, что вы с цветом уже определились. Во всяком случае, Надя, пора уже это сделать. Так, Надя, какой размер нужно выбрать нашим телезрителям? Дай поможем. Смотри, мы выбираем размер в размер. Но вот у тебя узкие бедра, ты выбрала свой размер. Я правильно понимаю? Да, абсолютно верно. Если у вас тяжелый низ, например, то есть более широкий низ, нежели верх, выбирайте на размер больше. Вот я, например, снизу ношу 52, а сверху 50. Юбку я беру 52 размера. У меня наоборот. Сверху 50-52, а снизу 48-50. Я выбрала для себя 50 размер юбки. Яркие моменты, ничуть не жалею. Кстати, такое ощущение, что я юбку вообще не надела. Очень ткань приятная. Ткань приятная, это ткань масла. А еще... Смотри, не заметила, как тебе легко в ней ходится. Покажи, пожалуйста, Ариша, сзади нет у нас ни разреза, ни шлицы, ничего не сковывает движение, ничего эту юбку не утяжеляет. Это же так удобно. Юбка просто загляденье. Запрыгнул в нее и бежишь по своим делам. Кстати, можно летом носить. Кстати, да, лето уж совсем скоро. Сегодня мы готовимся к дачному сезону. Как вы будете выглядеть на даче? Многие из вас скажут: «О, такую юбку жалко на даче надеть». Подождите, подождите. А вечера на даче? А вот в компании своих близких? А вот на шашлычки соседи частенько же нас зовут? Все-таки мы все привыкли наряжаться под вечер, правильно, чтобы пойти в гости. Пусть это будет юбка «Яркие моменты». Именно в ней вы можете пожаловать кому-то на званый ужин. Да, и это действительно так. То есть это универсальный готовый комплект на каждый день, если вы выбираете обувь без каблуков, или эффектный комплект, если вы выбираете верхний каблук. Так, ну, Надя, давай сейчас очень важный момент. Мы про шашлыки заговорили. Пойдем в гости, поедим шашлыков. Не нужно будет ее расстегивать же, правильно? Смотри, да, не нужно будет расстегивать. Она супер просто сшита. Но ты знаешь, это тот именно случай, когда все гениальное просто. Так. Итак, мегаэластичная ткань. Здесь есть передняя часть, задняя часть, они сшиты по боковым швам. И, посмотрите, здесь такая мягкая эластичная лента. О, вот она, о. Как это удобно. Так что, Оля, кушай, сколько тебе войдет в тебя, поэтому смело можешь выбирать эту юбку. Ну и, конечно же, она тянется вся абсолютно по бедрам, ниже и также по низу изделия. У нас используется... эластичная нить, которая при ходьбе подтягивается. Итак, друзья, если вы хотите спокойненько дышать, на комфортно находиться в юбке, если вы предпочитаете комфорт, если он превыше всего для вас, это предложение для вас. Если вы следите за новинками на нашем телеканале, будьте первой, наберите номер телефона. Номер абсолютно бесплатный, вы это прекрасно знаете. Даже с мобильного телефона абсолютно бесплатные звонки. Давайте, друзья, по полной сейчас вот это мне нравится. Оттянемся. Смотрите, ткань масла хороша еще и тем, что ее абсолютно не нужно гладить. Часто мы собираем в отпуск и бросаем то, что меньше всего занимает место в нашем чемоданчике. И посмотрите, что это за чудо. Юбка не помялась нигде, ни одного заломчика. Вы представляете, могу еще раз показать, это не монтаж. Можно смонтировать, например, фото, но невозможно подделать видео. Смотрите, еще. Надь, тут, вот. Естественно, кто же на даче гладит? Да никто, никто не гладит. А знаете, хочется все-таки, чтобы тоже не помятым быть, ну, всегда с иголочки. Я не хочу ограничивать только дачей. Да. Если ты дополнишь каблуком и белой блузой, радость моя, ты можешь пойти с мужем на свидание.